открываем дверь, хлоп, и сразу же автоматом у нас включается свет под тумбой, наша подсветочка. Ну, если выключить основной свет, это будет как ночник. Да, кстати, у меня тут еще зеркало с подсветкой. Ладно, сейчас выключим подсветку на зеркале. Вот. И это как-то вот так вот. Ночью. По глазам не лупит и то, что я хотел. Вот. Как я это все сделал? Смотрите. Если посмотреть под тумбу, вот этот наш датчик. И сама лента идет вдоль тумбы. Я опустил на проводах, чуть пониже сделал, потому что, чтобы сразу был угол захвата побольше, потому что у меня тумба выступает намного, чтобы я только открывал дверь и сразу по ногам оно реагировало и включало мне свет. То есть сверху его не видно, а если присесть вот так вот пониже, вот этот наш датчик. Ну все, зачетно. Реагирует, кстати, ребята, 30 секунд бездействия датчик отключает свет. А этой функции определения тепла человека здесь нет. То есть, если вы будете стоять возле датчика и не двигаться 30 секунд, свет все равно потухнет. Если будете двигаться постоянно, свет будет гореть постоянно. Так что штука зачетная, тем более за такие деньги рекомендую. Можете поставить себе на ночник, как я, можете где-то на вытяжку в туалете, в ванной. На входную дверь, допустим, вы пришли, открыли дверь, вам сразу же свет. Или где-то на кухне, короче, где угодно, как у вас работает воображение. Поэтому ссылки все под видео. Переходим, смотрим, ставим лайк, подписываемся на канал и ждем очередные интересные видосы. До новых встреч!